Здравствуйте, уважаемые телезрители. Основное время сегодняшней программы – горячие события из одной из самых коррумпированных сфер нашей жизни – системы здравоохранения Крыма. В течение недели мы искали ответы на вопросы, что и кто стоят за вырвавшимся в публичную плоскость конфликтом между главврачами первого и второго родильных домов Симферополя и что ожидать в случае, если победит настойчивая инициатива одного из них – Петра Баскакова – о слиянии двух родильных домов и реорганизации бюджетного учреждения в коммунальном. Предприятие. Сегодняшнее утро принесло сенсацию крымского значения. Главврач роддома номер один и супруга вице-мэра Симферополя Ильи Глазкова Ирина Глазкова подала заявление об увольнении, а мэр Агеев его тотчас подписал. Учитывая, что в симферопольских родильных домах дают жизнь своим детям не только жительницы столицы, ответ на вопросы, что же в них происходит, важен для многих наших телезрителей. Но об этом сразу после нашей традиционной рубрики «Публичные деньги». Сумин Крыма расписал почти сотню миллионов гривен, поступивших в виде субвенций из госбюджета на ремонт дорог в населенных пунктах автономии. Судя по росписи, замечания и рекомендации Счетной палаты Украины, сделанные вместе с выводами о неэффективном расходовании средств субвенций прошлых лет, распылении денег и рукотворных долгостроях, правительство Крыма решило проигнорировать. Булку в 91 миллион гривен раскрошили и бросили крошки в десятки тысяч на села и поселки в районах Крыма, которые убитость сельских дорог, наверное, вряд ли изменят. Особенно если учесть, что как минимум треть от сумм тендеров, по определению спикера Константинова, это коррупционная составляющая. Но в булке был и изюм. Сергей Макрушин обнаружил в росписи 14 миллионов гривен на ремонт улицы, которой на карте Симферополя нет. В 2013 году Крыму предстоит освоить на ремонт улиц и дорог свыше 90 миллионов гривен, выделенных в виде субвенции из госбюджета Украины. Это, конечно, не те заоблачные сотни миллионов, которые крымские власти с родными фирмами распилили в 2011 году. Но роспись финансирования объектов в 2013 году, которая была принята Советом министров Крыма в феврале, тоже поражает, прежде всего, длиной этого списка. Если в прошлом году около 80 миллионов гривен потратили на 800 объектов, то в этом году 91 миллион расписали на 754, то есть опять имеем распыление средств. Мы же рассказывали вам о выводах, которые сделала коллегия Счетной палаты Украины после аудита расходования почти миллиардной субвенции на развитие Крыма. Напомним, что Совмину было рекомендовано прекратить размазывать деньги по объектам и сконцентрировать усилия на самых социально значимых и завершить недострои. И это выглядит тем более странно, чем чаще чиновники соглашаются и с нами, и с аудиторами. Вот, например, 29 января Анатолий Могилев в контексте проблемы замороженного строительства новых детских садов соглашался с тем, что лучше строить меньше, но завершать и сдавать эти объекты. Я слышал с вами, что ненормальное время, когда там, например, школу там, у нас в районе строили там, лет 5, наверное. Это или ненормально. Без сомнения, основной ресурс будем направлять только на достройку тех объектов, которые есть. Но нужно в отдельных местах, где есть насущная проблема, и вблизи вообще некого детского сада, там только когда начинают строить. Но то, что заканчивать необходимо в первую очередь, не достроить, это вы правы абсолютно. Первое, что бросилось нам в глаза при изучении росписи дорожной субвенции 2013 года, это название улиц, ремонт которых в 2010 и 2011 годах был заказан Главным управлением капитального строительства при Совете министров Крыма легендарному частному предприятию «Стройцентр-2». Как мы и предупреждали, сегодня фирма находится в процессе ликвидации, оставив за собой ряд незавершенных объектов. Сегодня они переходят к другим подрядчикам, а значит давать гарантию и отвечать за качество частично выполненных работ уже некому. Вот, например, улица Москалева в Симферополе. Ее капитальный ремонт был заказан в 2010 году, и по информации, предоставленной Главукс, деньги на ремонт были освоены полностью. На капремонт этой и еще шести улиц потратили 24 миллиона гривен. Но прошло два года, и на ремонт улицы Москалева снова выделяют деньги. Ее вместе с улицей Леси Украинки будут ремонтировать за 1,5 миллиона гривен. Подхватил объект Главукс другой распорядитель средств – Республиканский комитет по строительству и архитектуре. Местные жители не на камеру рассказали, что однажды дорожная техника здесь появлялась, но результат их труда сошел вместе с первым дождем. Зампредседателя Рискомстроя Юрий Тимонов, напротив, говорит, что есть на этой улице участок в идеальном состоянии. Мы такого не нашли. От улицы Ухтомского, начиная, там один переезд есть, и до следующего переезда, от этого участка до Евпаторийского шоссе, там асфальтобетонное покрытие в идеальном состоянии.
Там можно, ну, 2-3 ямки сделать. Поэтому мы его обозначили, текущий ремонт. Еще одна позиция в росписи, которая не могла не привлечь нашего внимания. Самым крупным объектом в росписи субвенции оказался капитальный ремонт улицы Ялтинской. На него запланировано свыше 14 миллионов гривен. Для сравнения, это столько же, сколько было потрачено на нашумевшую реконструкцию улицы Горького, включавшую в себя не только улично-дорожную сеть с мощением, плиткой, тротуаров, но и ремонт фасадов зданий. Дело в том, что улицы Ялтинской, как она названа в документе, в Симферополе нет. Но есть в поселке Молодежное. Обитатели этой улочки длиной в 500 метров были очень удивлены информацией о том, что скоро в эту грунтовую дорогу вложат 14 миллионов. Знаете, что на эту улицу скоро потратят? 14 миллионов гривен. На эту улицу? На эту улицу. Я уже на нее потратил, дай бог памяти, тысяч, наверное, с 5, чтобы засыпать все в нем. Тут просто грунт-то был плохой, и это все проваливает. Грешным делом мы подумали, что такое счастье жителям улицы Ялтинская привалило благодаря кому-нибудь из владельцев коттеджей. Вдруг чиновникам или депутатам окажется. Но все оказалось еще загадочней. Как пояснил нам Юрий Тимонов, Ялтинской улицей в документе почему-то названо то, что на всех картах обозначается как Ялтинское шоссе. Ну, насколько я знаю, улица Ялтинская начинается от Центри, то есть это в районе остановки Студенческий городок. Или в районе, можно сказать, ближе к пересечению самого Ялтинского направления, которое выходит из города, от гостиницы «Москва», с пересечением с объездной трассы. И она до знака «Лозовую». Мы выехали на место, указанное замначальника рискомстроя, но улицы Ялтинской не нашли. В этом районе есть Ялтинское шоссе, которое извивается параллельно так называемой Ялтинской трассе, дороге государственного значения Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, которая имеет международное и государственное обозначение М-18 и Е-105. Таблички на зданиях, расположенных как вдоль улицы, так и вдоль трассы, гласят, что расположены они на Ялтинском шоссе. Впрочем, судя по объяснению Юрия Тимонова, речь идет как раз о трассе международного и государственного значения. А у субвенции, о которой мы сегодня говорим, есть конкретное целевое назначение. Деньги выделены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Вполне возможно, что в документ Совета министров Крыма вкралась ошибка. Но роспись 90 миллионов – достаточно серьезный документ для того, чтобы такую ошибку заметили хотя бы во время принятия изменений в документ. Сознательно такую путаницу в наименовании улиц могли допустить для того, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно того, что деньги для коммунальных дорог закатывают в дороги государственного значения. Между тем, Юрий Тимонов, даже после того, как мы озвучили наши сомнения, продолжает называть эту дорогу не иначе, как улицей Ялтинской, и даже рассказывает, какие объемы работ там будут выполнены. В первую очередь это будет выполнен капитальный ремонт проезжей части, самой проезжей части, улицы Ялтинской. Будет произведена замена частично бортового камня, а также в двух местах будет произведено расширение проезжей части и предусматривается, сейчас решается вопрос строительства ливневой канализации. Но из слов того же Юрия Тимонова выходит, что деньги расписаны на ремонт улицы Ялтинской без готового проекта. То есть, по большому счету, еще неизвестно, сколько на самом деле будет потрачено на этот таинственный ремонт дороги государственного значения из денег для дорог коммунальных. И будет ли это трасса М-18, или все-таки ошибки не было, и в официальном документе указана улица Ялтинская в Молодежном. Ответы на этот вопрос мы получим уже через месяц, когда, по словам Тимонова, будет готов проект и объявят тендер, где ошибок, разумеется, быть не должно. Объявленная президентом Украины реформа здравоохранения буксует, идет юзом по многим причинам. Но на поверхности высокий уровень коррупции сверху донизу и наоборот, поскольку больное и изможденное недофинансированием тело нашего государственного и коммунального здравоохранения обступили множество частных фирм-присосок, принадлежащих в том числе и чиновникам от медицины, бывшим и действующим. И скандал с закупкой сомнительного качества вакцину фирмы, связанной с сыном министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой, только вершина этого айсберга. Бесплатная медицина, конституционное право гражданина Украины, которое давно стало большой ложью и воспринимается как издевательство. Власть находит весьма нескромные деньги на свое содержание, но детские онкодиспансеры, к примеру, финансируют на 40%. При этом деньги, которые мы несем в благотворительные фонды больниц, неведомо как расходуются, зато мы видим,
как расцветают те самые фирмы-присоски, которые выросли на арендуемых площадях наших нищих родильных домов и клиник. Большинство из нас готовы платить легально за платные услуги. Да что там говорить, мы уже давно платим, только, как правило, мимо кассы. Но впереди 2015 год, президентские выборы, и власть вряд ли пойдет на то, чтобы отменить норму Конституции о бесплатной медицине, которая давно не работает. А следовательно, легализация нашей платной медицины не предвидится. Реформаторы нашли способ пройти между капельками. Бюджетные учреждения предлагается реорганизовать в коммунальное, то есть перевести своего рода на хозрасчет и содержать за счет оказания нами платных услуг. Главврач первого роддома Симферополя Петр Баскаков призывает городскую власть выполнить ее же решение и реорганизовать то ли оба роддома, соединив их в один, то ли только первый роддом в коммунальное предприятие. Главврач первого роддома Ирина Глазкова и мэрия Симферополя, где ее супруг, заместитель городского головы Илья Глазков, курирует и сферу здравоохранения, пока категорически против. Говорят, что нет достоверных экономических расчетов и наработок. По всей стране есть только один роддом, коммунальное предприятие в Бердянске, но создан он был до кризисные времена. Кампания в СМИ против Глазковых подкрепилась проверками роддома номер один, что, по словам Ильи Глазкова, является давлением. И сегодня утром мэр Симферополя подписал заявление Ирины Глазковой об увольнении. Интервью нашей программе Ирина Глазкова давала еще при должности, но мало кто сомневается, что ее влияние в роддоме номер один после отставки особо ослабится. Так что же стоит за борьбой акушеров-гинекологов Симферополя в расследовании Татьяны Курмановой? Сегодня в Украине действует программа правительства о реформировании здравоохранения. В ее рамках было принято постановление Кабмина, по которому лечебные бюджетные учреждения постепенно реорганизуются в коммунальные неприбыльные предприятия. Это положение было включено в концепцию развития здравоохранения Симферополя на 2011-2015 годы. А в прошлом году горсовет принял решение, в котором отдельным пунктом значилось создание на базе первого городского клинического родильного дома коммунального предприятия. Главврач первого роддома Петр Баскаков видит эту реорганизацию так. Коммунальное предприятие заключает с городом договор на оказание конкретного объема услуг. И ежемесячно, подчеркиваю, город платит деньги за выполненный объем работ только в случае, если женщины родили бесплатно, если предоставили в полном объеме медицинское и в качественное медицинское, так сказать, обслуживание, если она получила там в нужном гарантированном объеме медикаменты, питание и так далее. Вот если все это выполнено, только тогда город дает деньги. В этом преимущество и прогрессивность этой системы. На базе же второго роддома планировалось создать республиканский перинатальный центр, а имущество роддома передать на баланс республики. Однако в Совмине решили не экономить и реконструировали для перинатального центра бывшее здание диагностического центра, вытеснив оттуда арендатора, частную клинику «Генезис». Второй роддом сохранился, хотя часть его сотрудников и перетекла в перинатальный центр. А на базе первого роддома коммунальное предприятие так и не было создано. На протяжении 2 лет я предлагал самые различные формы проведения этой реформы в интересах, так сказать, громады, потому что мы знаем количество родов, знаем мощность родильных домов. То есть каждый из родильных домов города Симферополя в среднем принимает от 3,5 до 4 тысяч родов в год. Это очень крупные, мощные родильные дома. И уход части родов в перинатальный центр предопределяет, что третий родильный дом в городе Симферополе не нужен. Что, в общем-то, и произошло уже сегодня по факту. То есть я об этом говорил и 1,5 года назад, и 1 год назад, что это произойдет. По задумке Петра Баскакова, вместо 2 роддомов в Симферополе целесообразно оставить 1. По его расчетам, в таком случае экономия городского бюджета составит около 10 миллионов гривен в год. Однако в городском совете от этой идеи отказались. Заявил об этом и заммэра Симферополя Илья Глазков на встрече с коллективом первого роддома. На сегодняшний день я вам заверяю всех сидящих здесь, что позиция Виктора Николаевича Агеева, мы можем ее излагать, позиция депутатского корпуса, позиция вице-мэра Глазкова, начальника управления Козловой Ларисы Васильевны, в городе Симферополе будет 2 бюджетных родильных дома. Кто бы не хотел,
что-то изменить. Но Петр Баскаков предлагает и иной вариант. Если не объединить два роддома, то хотя бы создать на базе первого коммунальное предприятие в режиме пилотного проекта и сравнить результаты через год. Но на это городские власти тоже не идут. По словам начальника управления охраны здоровья горсовета Симферополя Ларисы Козловой, создание коммунального предприятия в горсовете обсуждалось, но экспериментировать с роддомом, не имея обоснованных экономических расчетов, никто не рискнет. Не имея обоснованных расчетов, не имея тех рисков, с которыми мы можем столкнуться, идти, тем более такая служба, как родовспоможение, мы не имеем права рисковать, потому что исправлять ошибки у нас уже возможности нет. Предприятию надо зарабатывать самому, а соответственно, как предприятие, и платить свои налоги. Поэтому этот вопрос, вот, который действительно отрабатывался, но информации точной, достоверной, четкой мы не получили. Главврач второго роддома Ирина Глазкова, которая возглавляет учреждение с тех пор, как ее предшественник и супруг Илья Глазков стал заместителем городского головы Симферополя, опасается. В случае создания коммунального предприятия большинство территорий роддома станут массово сдаваться в аренду частным структурам. Объединить два городских единственных родильных дома в одну организацию и на этом фоне создать коммунальное предприятие, я считаю, что это большая ошибка. И делать этого ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что коммунальное предприятие предусматривает предоставление платных услуг. И коммунальное предприятие рассчитано на, как бы идея хороша, когда есть определенная экономия бюджетных средств, но прежде всего за счет увольнения определенного количества персонала. Но для того, чтобы коммунальное предприятие процветало, нужно оказывать платные услуги, либо массово сдавать территории в аренду. Но Петр Баскаков уверяет, коммунальное предприятие не превратится в частный бизнес, поскольку все имущество роддома находится на балансе города. Не может, потому что, вы понимаете, это же собственником остается город. При этом, что самое интересное вот в этой ситуации, это как раз наоборот противодействие этому риску. Потому что, во-первых, в отличие от бюджетной структуры, сегодня там никто не контролирует, кто, где и сколько родил, как вы спросили уже. То есть вот хоть одни роды пройдут во втором родильном доме, хоть 10, хоть все бесплатно, хоть все за договоренности финансирования из городского бюджета будет то же самое. Пока же противостояние двух главврачей симферопольских родильных домов достигло апогея. Ирина Глазкова открыто обвиняет Петра Баскакова в рейдерском захвате. Тот, в свою очередь, пеняет на избирательный подход городских властей из-за семейных отношений главврача второго роддома и вице-мэра. На сегодняшний день происходит самый настоящий рейдерский захват родовспомогательного службы города Симферополя. Ну, чтобы его помягче назвать, называется недружественное, да, поглощение предприятий. В дальнейшем это переводится в другую форму собственности. Да, это было бюджетное коммунальное учреждение, переводится в бюджетное предприятие. Согласно, так скажем, недружественному захвату, в технологии используется то, что мы сейчас видим и то, с чем мы сталкиваемся. Есть странное совпадение, что главврач второго родильного дома одновременно является женой заместителя городского головы, курирующего это направление. Поэтому, например, сегодня первому родильному дому на этот год при тех же 110 койках утверждено в городском бюджете там, 38 миллионов. Да? Значит, но первому родильному дому выделено 15, а второму 23. Оба приводят контраргументы оппоненту. Так, по словам Ирины Глазковой, первому роддому горсовет выделил больше средств на ремонт. За 2012 год на финансирование второго родильного дома, то есть на нужды непосредственные, чтобы использовал их родильный дом, в том числе на какие-то проведения ремонтных работ, выделено 89 тысяч. А на ремонтные работы и нужды первого родильного дома за 2012 год выделено 500 тысяч гривен. Поэтому у меня вопрос, да, все-таки какой родильный дом приоритетно финансируется. Петр Баскаков пошел дальше и затронул самую чувствительную сферу, по сути, публично обвинив Горздрав в манипуляциях со статистикой детской смертности. По словам Баскакова, во втором роддоме детская смертность выше. Этот показатель в роддоме номер один составляет около 4 промилле, 4 смертельных случая на 1000 родов, а в роддоме номер два приближается к 30 за прошлый год. 4,30, согласитесь, разница большая. А в статистике для чиновников почти одинаково.
там 10, 11, 12, то есть когда вместе сложили и поделили, то получилось как бы хорошо. В свою очередь Ирина Глазкова считает, что показания роддомов за прошлые годы нельзя сравнивать, поскольку именно во втором роддоме до открытия перинатального центра концентрировались все патологические роды. После того, как такие беременные перешли в перинатальный центр, показатели сравнялись. С открытием перинатального центра и направлением в перинатальный центр женщин из группы высокого риска и переходом родильных домов первого и нашего родильного дома на второй уровень оказания медицинской помощи, показатель перинатальной смертности по нашим двум учреждениям примерно одинаков. Вице-мэр Симферополя Илья Глазков признает, что сама идея создания коммунального предприятия хороша, будут экономиться бюджетные средства. Однако о конкретной реализации говорить рано, считает заммэра. Мол, Петр Баскаков не предоставил четкого бизнес-плана по первому роддому, а предложил создать коммунальное предприятие на базе двух роддомов. А на это городская власть не пойдет, уверяет Глазков. Сейчас бюджет двух родильных домов составляет, если мне не ошибает память, 37 миллионов. Что туда входит? Практически 90% это заработная плата и коммунальные платежи. Объясните мне, а как их можно тогда уменьшить? То есть это сократить людей живых? Да, вариант. Это сдать в аренду помещение? Да, вариант. К чему это приводит? Это приводит к социальной напряженности, люди остаются без работы, это раз. Это увеличивает затратную часть горожан на оказание услуги, два. И это бизнес-структуры, которые входят и получают какое-то здание. А поверьте, здание на улице Богдана Хмельницкого, в центре города, они очень довольно лакомые. Илья Глазков заверяет, дело не в личной неприязни к Петру Баскакову, только лишь в экономических показателях бизнес-плана. Между тем, конфликт между Читой Глазковых и Петром Баскаковым вышел в публичную сферу, а в обоих роддомах появились различные проверки. Обе стороны обвиняют друг друга в их организации. Как выяснилось в ходе интервью с Ильей Глазковым, было решено, что Ирина Глазкова уйдет с поста главного врача и для того, чтобы, в частности, покончить с конфликтами интересов. И на сегодняшний день, чтобы исключить такое понимание, как чита Глазковых, главный врач второго роддома написал сегодня заявление об увольнении по собственному желанию. Потому что мы считаем, что то давление, которое идет на сотрудников второго родильного дома, которое льется грязь, которое, если сравнить проверки, количество проверок, которые проходят во втором роддоме, и сравнить с другими лечебными учреждениями, в десятки, в сотни раз больше. Это лихорадит коллектив. На прошлой неделе в обоих роддомах прошли собрания с трудовыми коллективами. И Ирина Глазкова, и вице-мэр называют планы по объединению роддомов не иначе, как рейдерским захватом. На сегодняшний день мы надеемся, тот рейдерский захват – это схема, и те люди, которые, я глубоко уверен, что ни руководство прокуратуры, ни руководство УБЭП, они не знают о тех людях, которые выполняют заказ по дискредитации второго родильного дома и главного врача, о тех мероприятиях по объединению. И понятно, какая схема преследует Петр Николаевич Баскаков, чтобы все объединить и возглавить. Для меня она понятна. И я знаю, что городской голова, вся власть вертикаль. Мы это не позволим. Гипотеза природы конфликта, родившаяся в результате общения не только с медиками и чиновниками в него вовлеченными, сводится к тому, что в реорганизации родильных домов, по версии Петра Баскакова, заинтересованы те частные фирмы, которые потеряли в своей прибыли в результате открытия Крымского перинатального центра, и конкретно клиника «Генезис». По словам наших собеседников, с открытием перинатального центра туда перешли все патологические роды, за которые нужно было платить весьма солидные суммы, а также все платежеспособные будущие мамочки без патологии беременности, но желающие рожать в условиях повышенной комфортности и безопасности. Восполнить отток клиентов можно, объединив два роддома, говорят наши собеседники. Так это или нет, наверняка сегодня не скажет никто, но фактом является то обстоятельство, что частное предприятие, клиническая больница, по лицензии которой работает «Генезис», отчаянно судится с фондом имущества Симферополя, пытаясь оставить за собой арендуемые площади в роддоме номер 1 и в женской консультации, которая является структурным подразделением роддома номер 2.
До прошлого года клиника «Генезис» находилась в здании Республиканского диагностического центра. Но именно это здание Минздрав Крыма избрал для будущего перинатального центра. Переехав в новое собственное здание, «Генезис» по-прежнему основную часть своей деятельности ведет в республиканских и городских учреждениях. Офтальмологическая клиника «Генезиса» в здании Республиканского глазного центра на улице Ленинградской. Детская поликлиника «Генезиса» в Республиканской детской больнице на улице Титова. В первом роддоме Симферополя, как сказано на сайте «Генезиса», находится его гинекологическая поликлиника и стационар. Там же и в женской консультации роддома номер 2 отделение родовспоможения. Однако срок действия договоров по аренде помещений и в первом, и во втором роддоме истекли год назад. Но бывший арендатор продолжает занимать площадь. Почему? Из материалов судебных разбирательств, которые длятся по сегодняшний день, следует, что арендатором выступает не юрлицо с брендовым названием, а владелец лицензии Минздрава – ЧП «Клиническая больница». В первом роддоме ЧП арендовало нежилые помещения площадью 227 квадратных метров, 40 квадратов на втором этаже в здании памятники хирургической больницы Каблукова, этаж 127 квадратных метров в литере Е и чуть более 60 квадратов в литере Д. Во втором роддоме, адрес которого до сих пор значится юридическим адресом ЧП «Клиническая больница», клиники «Генезис» уже нет. Но в структурном подразделении роддома, в женской перинатальной консультации на улице Богдана Хмельницкого, в аренде у клинической больницы значилось 44 квадратных метра. Судя по материалам судов, в 2009 году фонд имущества Симферополя заключил с ЧП «Клиническая больница» договор аренды сроком на 3 года. Срок истек в марте 2012-го, то есть уже год, как помещение занимает без правовых оснований. При этом оба главврача родильных домов заверяют, что против продления аренды. Главный врач первого роддома и главный врач второго. Политика у нас одинаковая. Есть письма Петра Николаевича о том, чтобы высвободить эти помещения для собственных нужд. Есть моя такая же позиция, да, освободить эти помещения под собственные нужды. Судебные тяжбы за арендуемые «Генезисом» помещения идут по нескольким линиям уже около года. Прокуратура в интересах фонда имущества и сам он с участием прокуратуры судится с клинической больницей за возврат помещений, а клиническая больница требует продления договоров аренды в обоих роддомах. При этом по идентичным искам прокуратуры разные судьи принимают совершенно разные решения. Так, в июле 2012 года Хоссуд АРК удовлетворил иск прокурора клинической больницы с требованием вернуть арендованное имущество в женской консультации. А решение по иску по возврату помещений в первом роддоме, поданному прокуратурой в то же время и в тот же Хоссуд Крыма, было вынесено судьей Калиниченко только полгода спустя и с отказом в удовлетворении. Но итог пока один, и по решениям, вступившим в силу еще в прошлом году, имущество полностью не возвращено. Как говорит начальник фонда коммунального имущества Симферополя Евгения Воронина, город заключил 6 договоров аренды имущества, находящегося на балансе роддома номер 1. По 3 договорам помещения возвращены. По первому роддому, по 3 договорам аренды возвращены по акту прямопередачи помещения, которые находятся по адресу Воровского, 8. 2 помещения по литеру А, это столовая и помещения, в котором оказывались услуги по здравоохранению, и помещения по Воровского, 8, тоже 134 квадрата, а литеру я вам не скажу, сейчас у меня нет информации. По остальным договорам клиническая больница помещение экс-арендатора еще удерживает, поэтому в роддоме номер 1 роженицы найдут «Генезис», причем и на первом, и на втором этаже. Тот частично занимает и палаты, и родзалы. У нас 3 судебных дела. 2 из них приостановлены до разрешения связанных судебных дел. И одно рассматривается в апелляции. По словам Евгении Ворониной, с момента окончания срока действия договоров клиническая больница платит неустойку в размере двойной арендной платы. Но сумму неустойки Воронина назвать не смогла. Я не готова вам сейчас сказать. Арендная плата рассчитывается у нас в зависимости от оценочной стоимости объекта аренды. Есть процентные ставки. Ставка для оказания медицинских услуг довольно-таки высокая, в размере 20%, но более точную сумму. По словам Ильи Глазкова, после ухода «Генезиса» из второго роддома его доходы за счет благотворительных пожертвований пациентов возросли в 4 раза. Вместо 500 тысяч гривен в год получилось почти 2 миллиона.
К сожалению, мы не смогли в сегодняшней программе предоставить позицию Министерства здравоохранения Крыма и по отношению к конфликту, и в плане реорганизации родильных домов, которые, еще раз подчеркнем, выполняют роль не только городских, но и отчасти республиканских учреждений. Увы, министр Александр Каневский не нашел времени, чтобы ответить на этот простой вопрос. Но ответ на него все равно нужно искать и давать. Долг и жизнь того требуют. Увидимся через 2 недели. Будьте здоровы и информированы. Все достоверные новости на сайте Центра журналистских расследований, который, к слову, в течение 2 последних дней подвергается очередной DDoS-атаке. Поэтому приносим извинения за периодически возникающие проблемы с открытием страниц нашего сайта. Мы делаем все, чтобы справиться с очередным наездом наемных киберпреступников. Оставайтесь с нами.